За январь уже выпало более 160% месячной нормы осадков. Еще пара-тройка таких снежных дней, и мы приблизимся к рекорду 1979 года. Тогда за месяц зимы выпало более 2 норм влаги, сообщает сайт «Погода-21». По прогнозам синоптика, снегопад продлится еще 2 дня. Завтра ожидается метель. А в пятницу республику накроет антициклон. Выглянет солнце, температура воздуха снизится до минус 15. Но уже в выходные в Чувашии вновь ожидается снег, который полностью прекратится только 25 января. В понедельник наступит морозная сухая погода. Ожидается минус 20 градусов холода, а ночью до 30. Отступят морозы только в начале февраля. При таких изменениях врачи советуют ограничить пешие вечерние прогулки, одеваться по погоде и следить за самочувствием.